годом, товарищи! С новым счастьем! В первых двух сериях я показал, что вопрос о Сталине далеко не так прост, как его хотят представить нынешний режим России и халуи этого режима, которые называют себя демократами. Показал, что эти халуи лгут и клевещут на Сталина и Сталинский Советский Союз. Но в одном они, безусловно, правы. Сегодня каждый человек имеет индивидуальную свободу, немыслимую при Сталине. Давайте немного об этом сладком слове «свобода». Когда говорят о правах человека и о его главном праве, о личной свободе, то имеют в виду, что лично свободный человек в идеале ничего не должен делать по указанию государства или других людей, а делать только то, что хочет он сам. Это идеал, идеала не бывает, но в целом дело обстоит именно так. Чем меньше человек обязан другим людям, семье, обществу и организации общества, государству, тем он более индивидуально свободен. Замечу, что абсолютно лично свободным был Робинзон Крузо. Этот художественный персонаж был высококультурным человеком, способным не только не умереть, но и почти 30 лет прожить на необитаемом острове. На этом острове он никому и ничего не был обязан, то есть был абсолютно свободен. Но поскольку Робинзон был высококультурным человеком, то есть умным, то все 30 лет он только и делал, что пытался избавиться от этой своей личной свободы. Почему он так ненавидел то, что нынче так расхваливают демократы? Потому что как только человек набирается хотя бы немного ума, он начинает понимать, что в одиночку он беззащитен, что от врагов и невзгод можно защититься только сообща, а для этого нужно потерять личную свободу и стать рабом общества. И только тогда вместе с этим обществом ты станешь свободным. Не лично, а только с обществом. Простой пример. Вот деревня, в ней 100 мужчин, рабски преданных своей деревне и, безусловно, исполняющих приказы старосты, которые своими приказами, естественно, ограничивают их свободу. На деревню нападает банда в 10 человек. Сможет ли эта банда ограбить 100 лично несвободных мужчин? Нет, конечно. Исполняя приказы старосты, эти мужчины перебьют эту банду. А теперь возьмем 100 лично свободных мужчин, которые ничего не обязаны ни остальным, ни старости, то есть свободных от государства и от друг от друга. Сможет ли 100 лично свободных мужчин ограбить и поработить банда даже не из 10, а всего лишь из 2 человек? Безусловно, сможет. Банда будет грабить каждого лично свободного в отдельности. Умному это понятно, а вот умственно недоразвитому кретину нет. Умственно недоразвитый кретин мечтает и хочет личной свободы, полагая, что остальные члены общества как-то будут защищаться от невзгод, ну и его заодно защитят. Сделайте отсюда выводы. Чем менее умственно развит человек, тем больше его будет прельщать личная свобода. И чем больше какая-либо группа негодяев захочет ограбить вас и сделать своими рабами, тем больше эти негодяи будут убеждать вас в необходимости и радости вашей личной свободы. Подчеркну, не их свободы, их-то личная свобода будет резко ограничена дисциплиной. Нет, они будут, так сказать, бороться не за свою, а за вашу личную свободу. Личная свобода разделяет, и если хочешь общество ограбить, его необходимо разделить свободой. В
Прежде чем подтвердить вышесказанное примерами, стоит остановиться на вопросе, кто же это в 20 веке догадался перед тем, как ограбить страну, освободить ее, то есть ввести в сознание ее граждан примитивную, недостойную даже обезьяны идею, что человек должен быть лично свободен, то есть свободен от общества. Кто осмелился на подвиг грабежа всего мира? Ведь идея личной свободы сегодня вдалбливается в головы умственно недоразвитых людей почти во всем мире. Нет, я бы не сказал, что первыми были американцы. Англосаксы любят просто вырезать туземцев, а остатки посадить в резервации. Есть у меня подозрение, что это коллективное творчество одного маленького и, как он сам считает, очень умного народа, значительная часть которого намертво спаяна дисциплиной и обязательством помощи друг другу. В начале 70-х годов прошлого века, после чешских событий, по заказу Политбюро ЦК КПСС был создан фильм о сионизме «Тайное и явное». Однако он получился, надо думать, настолько убедительным, что, просмотрев его, тогдашняя элита СССР не рискнула выпустить этот фильм на экраны. А в перестройку практически все копии этого фильма были уничтожены. Так что не обессудьте за уж очень плохое качество видеоряда. Я переписывал эти кадры уже с бог знает какой видеокопии. Но звук сохранился неплохо, поэтому послушайте вот такое откровение. Грянула февральская революция. К власти пришло буржуазное временное правительство во главе с Львовым, а затем Керенским, связанным с масонской ложей, где также решающим было влияние сионистов. В мае 17 года в Москве открылся 7-й Всероссийский сионистский съезд. Председательствовали на нем членов и Усышкин. Вот он, сионист Усышкин. Они проклинали Ленина и большевиков и объявили своей задачей создать в Палестине национальную метрополию для наших национальных колоний. Ни больше, ни меньше. Россия готовилась участь колонии в мировой сионистской империи. Что следует из этих целей Усышкина, именем которого еще до Второй мировой войны назван один из первых кибуцев Палестины? Метрополия – это то государство, которое владеет захваченными колониями. До 1948 года, до момента создания государства Израиль, у еврейских расистов их собственного государства не было. А колонии были. Это те страны, в которых жили диаспоры евреев. И цель сионистов логична. Создать метрополию, то государство, куда можно будет сбежать, если туземное население какой-либо страны бунтуется. Цель практичная, а потому понятная, безо всяких Торы и Талмуда. Но исходя из этих замыслов еврейских расистов, замыслов сделать весь мир своей колонией, становится понятно, почему среди так называемых борцов за права человека так много евреев. Почему именно еврейские расисты во всех странах убеждают туземцев, что самое большое счастье для человека – это быть лично свободным? Однако было бы ошибкой полагать, что цели еврейских расистов – это цели всех евреев. Масса евреев об этом не задумываются и следуют за расистами из-за сиюминутных выгод. Кроме этого, пожалуй, ни у одного народа в мире нет такого презрения элиты к массам, как у евреев. Нет такой безжалостности богатых к бедным, как у евреев. Многие, наверное, слышали, что во время Великой Отечественной войны немцы на оккупированной территории СССР расстреляли сотни тысяч евреев. Возникает вопрос, почему же эти люди добровольно являлись на пункты сбора? Почему они не разбегались, когда немногочисленные полицейские собирали их в колонны, когда вели их к местам расстрела? Ответ прост и в своей простоте страшен. Эти евреи не верили, что их расстреляют. Они были уверены, что их ведут для переселения на новые места жительства. И уверяли в этом еврейские массы не немцы, а еврейская же элита. К примеру, в 1941 году в Киеве
Все 9 киевских раввинов убедили десятки тысяч киевских евреев спокойно идти к Бабьему Яру, в котором немцы этих евреев и расстреляли. Да и зачем углубляться в далекую историю? Осенью 2004 года премьер-министр Израиля Шарон решил отделить от Израиля земли сектора Газы с непокорными палестинскими арабами. Израиль считается демократической страной, то есть страной, в которой власть принадлежит всему народу. А за эти земли десятки тысяч израильских солдат сложили головы в многочисленных войнах, которые Израиль успел провести за полвека своего существования. Казалось бы, вопрос о расчленении Израиля нужно вынести на всенародное голосование, на референдум. Но посмотрите, как презрительно еврейская элита отзывается об умственных способностях рядовых евреев. Попытка затормозить этот процесс, потому что его уход из Газа – это половинчатое решение. Переложить ответственность на израильский народ, например, и устроить всенародный референдум, как предлагает министр финансов страны Беньямин Нетаньяу и президент Моше Кацав, премьер отметает как опасные для страны. Если на то пошло, лучше провести досрочные выборы, чем референдум. Нельзя выносить на всенародное голосование такое болезненное решение. Надо брать на себя политическую ответственность. Шарон может не пройти в премьеры на следующих выборах, но в историю он намерен войти однажды. Вот так и киевские раввины не побоялись политической ответственности и отправили киевских евреев в Бабий Яр. Вообще-то каждому еврею нужно решить для себя вопрос, кто он. Если он гражданин страны, в которой живет, то ему нужно давать отпор еврейским расистам. Если же он сам еврейский расист или халуй при них, то тогда у туземцев нет к нему вопроса. Заканчивая тему, скажу, что Сталин не давал еврейским расистам превратить Советский Союз в колонию. Планы Усышкина осуществились уже после Сталина. И можно понять, почему еврейские расисты так люто ненавидят вождя Советского Союза. Кроме того, еврейские расисты ненавидят Сталина и потому, что в Советском Союзе трудящиеся евреи боролись с паразитами в своей среде, с алчными и подлыми еврейскими расистами, презрительно называя их не евреями, а жидами. Именно поэтому все эти Ротшильды, еврейские расисты, союзники немецких расистов во Второй мировой войне, и упросили Гитлера устроить Холокост советским евреям, то есть упросили немцев уничтожать их. Да здравствует свобода еврейского народа! Восстань, еврей, избавься от жида. А мы за власть без лицедеев, а мы за мир без фарисеев, а мы за наших искренних друзей. Есть хорошая идея, бей жидов, спасай евреев. Враг России жид, а не еврей. Избавляйся от злодеев, бей жидов, спасай евреев. Враг России жив, но не еврей. Не напрягайся, не думай об этом, все будет круто, все перевернется. Надо сказать, что вообще-то тот, кто хочет сделать какой-либо народ своим рабом, старается не объяснять рабам, каким образом на них одели хомут. И это естественно. Зачем им портить настроение? Но случаются и осечки. На сталинский Советский Союз размечтались одеть хомут не только еврейские, но и немецкие расисты. Однако при Сталине советские люди были не чета нынешним, и у немцев тоже ничего не получилось. Но их планы, озвученные вождем немецких расистов Адольфом Гитлером, достались нашим отцам и дедам в качестве военных трофеев, поэтому мы и можем с ними ознакомиться.
первой серии я говорил, что экспертом по личной свободе у нас будет немец, который под словом «культура» имеет в виду только умственное развитие человека. Так вот, этим немецким экспертом у нас будет этот самый Адольф Гитлер. Пара слов о нем. Гитлер с 1933 по 1945 год был канцлером нацистской Германии и имел по-своему великую цель – завоевать для германцев жизненное пространство, которого хватило бы немцам на 1000 лет непрерывного размножения. И это жизненное пространство он хотел отнять у Советского Союза, то есть у наших отцов и дедов. Гитлер был расист, и по этой причине союзник еврейских расистов, сионистов. Он даже пытался отвоевать для них Палестину у англичан, чтобы еврейские расисты основали в ней Израиль, свою метрополию. Когда к концу 1942 года немецкая армия фельдмаршала Роммеля уже загнала в Африке англичан в Египет и вот-вот должна была ворваться в Палестину, Гитлер начал собирать в концентрационных лагерях польских, венгерских, чешских и прочих европейских евреев, чтобы насильно вывести их в Палестину, поскольку основная масса евреев туда добровольно ехать не хотела, а богатые евреи, элита, и не собирались. А государство без населения, сами понимаете, не создашь. Вот Гитлер еврейским расистам таким образом и помогал. Но если еврейские расисты захватывают свои колонии из-под тишка, проникая в банковские системы этих стран и в средства массовой информации, то Гитлер, как видите, собирался захватить в СССР для Германии колонии открыто, военным путем. Гитлер был не мошенником, а, так сказать, романтиком с большой дороги. Немцы планировали занять пространство СССР до линии Уральские горы, Волга-Астрахань. Часть территории, скажем, Прибалтику и Крым, сделать чисто немецкими, вышвырнув оттуда местное население, а на остальной территории население сократить и надеть на него колониальный хомут, то есть сделать туземцев, наших отцов и дедов, немецкими рабами. Скот и зерно вывозятся в Германию, в то время как украинцы и белорусы голодают в городах. Поскольку немцы собирались захватить под свою колонию всю облюбованную ими часть Советского Союза силой, военным путем, а не путем переговоров, то, казалось бы, они могли владеть этой территорией так, как они ее захватят, одним куском. Однако немцы были уверены, что наши отцы и деды по своему уровню культурного развития, по уровню умственного развития, стоят на очень низком уровне. Немцы были уверены, что наши предки – это недочеловеки, чуть ли не полуобезьяны. А полуобезьяны, в отличие от настоящих людей, очень ценят личную свободу. Поэтому первое, что собирался сделать Гитлер, это предоставить суверенитет каждой нации, составлявшей народ Советского Союза. Для нападения на СССР немецкие генералы разработали план «Барбаросса», а уже 13 марта 1941 года, то есть почти за 4 месяца до нападения на Советский Союз, Гитлер дал инструкции к этому плану, в пункте втором которых записал: «Занимаемая в ходе военных действий русская территория должна быть, как только это позволит обстановка, разделена, согласно специальным указаниям, на отдельные государства с самостоятельными правительствами». Таким образом, если бы наши предки были такими же умственно недоразвитыми недочеловеками, как нынешнее население, то СНГ, этот пресловутый союз независимых государств, был бы создан на 50 лет раньше, еще в 1941 году. Только подписали бы Беловежский сговор не Ельцин, а генерал Власов, не Кравчук, а Степан Бандера, не Шушкевич,
а какой-нибудь тогдашний белорусский Иуда. Поскольку захваченные у СССР территории Гитлер планировал постепенно заселить немцами, вернее, народами германской крови, то численность туземцев, то есть славянских и прочих народов СССР, должна была быть сокращена до количества, необходимого для выполнения черных работ. К сожалению, сам план ОСТ, план, по которому гитлеровцы сокращали население СССР, они успели уничтожить. Но остались замечания к этому плану, сделанные 27 апреля 1942 года начальником отдела колонизации первого главного политического управления Восточного министерства Третьего рейха доктором Ветцелем. В замечаниях Ветцель обращает внимание на неточность статистики по оккупированному району, по-видимому, включающему Польшу, Белоруссию и западную часть Украины, поскольку упоминаются Житомирская, Винницкая и Каменец-Подольская области. По плану ОСТ считалось, что здесь живет 45 миллионов туземцев, и в течение 30 лет нужно будет выселить отсюда 31 миллион человек. Ветцель считает, что эти числа неверны, и к тому же не учитывают роста численности туземцев за 30 лет. Он писал, цитирую, «Учитывая все это, нужно исходить из того, что число жителей не немецкого происхождения на этих территориях значительно превысит 51 миллион человек. Оно составит 60-65 миллионов человек. Если учитывать, что на рассматриваемых территориях останется 14 миллионов местных жителей, как предусматривает план, то нужно выселить 46-51 миллион человек. Исходя из этих чисел, можно оценить пропорцию снижения количества туземцев на оккупированных территориях СССР. Немцы планировали сократить местное население в течение 30 лет 3-4 раза. А вот планы современных оккупантов Советского Союза. В этом отрывке из фильма Ивана Сидельникова «Русская карта» говорит Андрей Паршев. Где-то в конце 80-х я услышал фразу, тогда для меня загадочную, которая привела к перевороту моих представлений об окружающем мире. Тогда я изучал английский язык. И мне попалось в звукозаписи какое-то выступление Маргарет Тэтчер по внешней политике. Говоря о перспективах нашей страны, она заявила прямо следующее. На территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек. Помню, я еще раз прокрутил запись. Может быть, хотя бы 50, 50. Да нет, вроде 15, 15. Если я не ослышался, то миллионы моих соотечественников, оказывается, экономически неэффективное население, балласт. Это меня удивило. Тэтчер не относится к деятелям, склонным к несерьезным высказываниям. Но тогда я не придал этому особого значения. Тем более, что в нашей прессе ни об этом, ни о других заявлениях западных деятелей не сообщалось. Итак, немецкие фашисты во главе с Гитлером хотели сократить население на оккупированных территориях СССР за 30 лет всего, приходится говорить всего, в 3-4 раза, причем частью выселив его в Западную Сибирь. А нынешние оккупанты при полном молчании так называемой свободной прессы планируют сократить население на всей территории СССР почти в 20 раз. И это сокращение неуклонно проводится. Почувствуйте разницу. Гитлер планировал сокращение населения в 4 раза, а цивилизованный Запад в 20 раз. Но умственное развитие нынешнего населения России таково, что оно довольно. Ему бы самому жрать сникерсы до самой смерти, а там хоть трава не расти. Ganze Regiment gehört mir recht, Kampfe waren ja das Schöne.
понятна причина, по которой в послевоенной пропаганде Советского Союза использовались клише боевой пропаганды, уместной только для периода военных действий. Жизнь на оккупированных немцами территориях изображалась советской пропагандой, как в фильме «Судьба человека». И советские люди вводились в заблуждение, полагая, что их рабов-туземцев немцы будут под конвоем водить на тяжелые работы и нещадно над ними издеваться. На самом деле, после своей победы немцы мыслили оккупационный режим совершенно по-иному. В своей ставке в Ольфшанце под Ростенбургом в Восточной Пруссии Гитлер надиктовал свои планы секретарю и стенографисту Пикеру, и эти планы точь-в-точь соответствовали нынешнему состоянию России. 9 июля 1942 года Гитлер говорил, цитирую, «не устанавливать контроль за их повседневной жизнью, но единственно обеспечить наши интересы. С этой целью нужно сделать так, чтобы жизнь немцев на колонизируемых восточных землях как можно меньше соприкасалась с жизнью местного населения. Мы не должны разрешать немцам селиться в гостиницах для туземцев. Для немцев будут построены специальные дома для приезжих, куда не будет доступа местным жителям. Предоставив туземцев самих себе, мы тем самым не будем без нужды шокировать этих людей, нарушая их жизненный уклад, и создадим наилучшие предпосылки для основания наших собственных, совершенно изолированных поселений, которые превратятся в центры германской колонизации». Конец цитаты. Таким образом, в своей повседневной жизни наши предки, если бы они были так же глупы, как и мы, немцев бы не видели. А 11 апреля Пикер записал такие слова Гитлера, цитирую. «И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях Рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития». Конец цитаты. То есть, немцы предоставили бы нашим предкам полную свободу. Такую, о которой только и могли мечтать все эти Сахаровы, Солженицыны, Вознесенские и вся прочая интеллигенция. Но обратите внимание, Гитлер собирался предоставить советским людям полную свободу не из человеколюбия, а, цитирую еще раз, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития. Конец цитаты. То есть, индивидуальная свобода – это не только радость для умственно недоразвитого интеллигента, но свобода оглупляет и остальных. Гитлер стремился, чтобы весь советский народ стал таким же тупым, как и его так называемая интеллигенция. Я хочу сказать, что я их поздравляю, я нас поздравляю с тем, что мы свидетели этого, что в людях проснулась свобода, что не государство делает людей, а люди делают государство, что люди создают. Мне страшно. В Ленинградском доме техники рабочие собрались, чтобы познакомиться со стахановским методом работы товарища Лукина. Вместо двух деталей товарищ Лукин обрабатывает теперь одновременно 11 деталей. Кроме того, товарищ Лукин изменил режим резания. Это ускорило работу его станка. Повторюсь, служение обществу является стимулом для работы ума. Если человек индивидуально свободен и обществу не служит, то он очень быстро тупеет. Не буду в этом фильме объяснять механизм этого отупения, но тот, кто еще способен, пусть прислушается к сегодняшней так называемой элите России, ко всем этим политикам и артистам, ученым и журналистам.
Если тема их разговора выходит за рамки простого пересказа увиденного, за рамки секса и еды, то эти люди в подавляющем числе случаев не понимают, о чем говорят. Не понимают даже того, что их в свое время заставляли заучить в школе. Прислушайтесь ко всем этим программам новостей и ток-шоу. В них присутствующие уже не понимают, почему летом тепло, а зимой холодно. Они могут вам сообщить, что напряжение электрического тока измеряется в ваттах, что Мурманск – это порт Каспийского моря, а Бангладеш – маленькая страна. Вот, к примеру, даже не российский канал, а Евроньюз рассказывает о назначении в Лондоне нового лорда-мэра, и диктор сообщает. Строящийся храм Сент-Пол. В 20-х годах прошлого века именно это событие стало первым, которое транслировали по телевидению. Ну какое телевидение в 20-х годах прошлого века? Ведь в те годы даже кинематограф находился еще в зачаточном состоянии и был немым. А это значит, что в редакции этого, подчеркну, телевещательного канала нет никого, кто бы знал эти элементарные вещи о телевидении. Тогда что же они знают об остальном? Даже в конце Советского Союза люди с таким умственным развитием могли работать на телевидении только вахтерами. Но сегодня ведь свобода. И эти дегенераты оглупляют своей тупостью миллионы телезрителей за раз. И это оглупление туземцев, естественно, на руку оккупантам. Но одной личной свободы мало. И Гитлер тогда же, 11 апреля 1942 года, указывал, цитирую, «Ни один учитель не должен приходить к ним и тащить в школу их детей. Если русские, украинцы, киргизы и прочие научатся читать и писать, нам это только повредит. Ибо таким образом более способные туземцы смогут приобщиться к некоторым историческим знаниям, а значит и усвоят политические идеи, которые в любом случае хоть как-то будут направлены против нас. Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории. Музыка, музыка, ничего кроме музыки». Конец цитаты. Обратите внимание на инструменты дебилизации, на инструменты того, с помощью чего оглупляют. Это новости и музыка. То есть вместо полезных знаний нужно загружать мозг туземцев информационным мусором, сплетнями, тем, что туземец никак не сможет применить себе на пользу, не сможет применить в своей жизни. Но как вы используете информацию о том, с кем встречался Путин, где разбился самолет или как живет Пугачева с Киркоровым? А ведь именно эту, с позволения сказать, информацию вам суют и суют каждый день в мозги. Ты жуй в уме эти сплетни и ни о чем не думай, а только тупей, 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 смейся тупым шуткам и тупей. С этим мусором в мозгах вы даже если и захотите прочесть полезную книгу, не сможете этого сделать. В ней вам все будет непонятно. Ну и осмотритесь вокруг. Разве средства массовой информации предлагают вам что-либо еще, кроме музыки, сплетен и различных сериалов о той жизни, которой вы никогда жить не будете? Гитлеровские планы, так сказать, освобождения народов Советского Союза включали в себя, само собой, и полную свободу передвижения туземцев. Туземцы могли ездить когда хотят и куда хотят. Ведь немцы сами собирались сократить число местных жителей на оккупированных ими территориях,
так зачем бы они создавали препятствия их добровольному выезду? Правда, у Гитлера была идея фикс. Он лично разрабатывал архитектуру Берлина и очень гордился немецкой столицей. Поэтому 22 июля 1942 года он снова возвращается к этой своей идее поражать все народы величием Берлина и надиктовывает Пикеру следующую мысль о туземцах. Цитирую. «Пусть у них будут школы, и если они захотят в них ходить, то пусть платят за это. Но максимум, чему следует их научить, это различать дорожные знаки. Уроки географии должны сводиться к тому, чтобы заставить их запомнить. Столица Рейха – Берлин, и каждый из них хоть раз в жизни должен там побывать». Конец цитаты. Но главной целью Гитлера была, разумеется, эксплуатация туземцев. Он требовал, цитирую, «Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов – обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий все, что можно». Конец цитаты. И уже 4 мая 1942 года он подсчитывал доходы. Пикер записал, цитирую, первое. Германским мечом было добыто столько земель, что, как он недавно выразился, произошел огромный прирост национального богатства, который во много раз превышает все военные расходы. Второе. Включение 20 миллионов дешевых иностранных рабочих в экономический процесс в Германии принесло прибыль гораздо большую, чем образовавшийся во время войны долг Рейха. Нужно только высчитать, какую прибыль можно извлечь из того, что иностранный рабочий, в отличие от немецкого, получает не 2000, а 100 рейхсмарок в год. Конец цитаты. Между прочим, Гитлер нисколько не сомневался, что лично свободных, но умственно недоразвитых, можно заставить работать и за 100 рейхсмарок в год. Он говорил, цитирую, «А стимулировать в достаточной степени поставки сельскохозяйственной продукции и направление рабочей силы в шахты и на военные заводы можно продажей им со складов промышленных изделий и тому подобных вещей». Конец цитаты. Но, как видите, Гитлер установил разницу в оплате немцев и туземцев в 20 раз, что существенно ниже той разницы в 50 раз, которая установлена сегодня в России. Вообще-то, если бы мне в Советском Союзе сказали, что советские люди будут покорно работать за зарплату в 50 раз ниже, чем на Западе, я бы, наверное, не поверил. Но ведь они работают. Более того, чуть ли не годами работают вообще без зарплаты. Хотя, с другой стороны, и нынешних колонизаторов тоже можно понять. Если русские такие тупые, что будут работать и за оскорбительно низкую зарплату, то зачем же им платить больше? Вот российские менты получают чуть ли не в 100 раз меньше американских полицейских, а как стараются. Любо-дорого посмотреть. Чтобы сократить потери немцев, всемерно использовал в качестве пушечного мяса предателей из оккупированных немцами стран. Но после немецкой победы об этом, разумеется, и речи не могло быть. Пикер записал слова Гитлера, цитирую, «Но самое глупое, что можно сделать на оккупированных территориях, это выдать покоренным народам оружие. История учит нас, что народу господину всегда была суждена гибель после того, как он разрешал покоренным им народам носить оружие. Можно даже сказать, что выдача оружия покоренным народам – это
Здесь Гитлер использует латинское выражение «conditio sine qua non» – непременное условие гибели народа господина. Поэтому необходимо, чтобы спокойствие и порядок на всем оккупированном русском пространстве обеспечивали только наши собственные войска. Оккупированные восточные территории должны быть покрыты сетью военных баз. Конец цитаты. И, как мы видим сегодня, действительно бывшая территория СССР постепенно покрывается сетью военных баз НАТО и США. А вот эпизод из жизни Северного Кавказа современной и, как нас уверяют, свободной России. Кадарская зона. Территория в районе двух населенных пунктов Буйнакского района Дагестана – Карамахи и Чабанмахи. Здесь ваххабиты провозгласили создание независимой исламской республики и объявили шариат высшим законом. На всех дорогах, ведущих в Кадарскую зону, стояли шлагбаумы, посты местных боевиков и щиты зеленого цвета с предупреждающей надписью. Главу администрации и начальника милиции в селе Карамахи ваххабиты расстреляли без суда и следствия. Всех, кто отказался принять ваххабизм, изгнали из домов, лишив крова и имущества. А вот что происходит теперь. Это русских расстрелят. Насмерть положить. В начале сентября войска, совершив марш, заняли позиции вокруг Кадарской зоны. Дагестанцев оскорбило воинственное поведение ваххабитов, которые стали насаждать здесь свои законы. И к федеральным войскам все чаще начинают присоединяться добровольцы из местного ополчения. Возникает вопрос, откуда у наших российских мусульман вдруг взялись ваххабиты? Это секта отморозков. Гитлера надо читать. Тогда же, 11 апреля 1942 года, Пикер записал его ценные указания. Цитирую. Сообщество деревень нужно организовать так, чтобы между соседними сообществами не образовалось нечто вроде союза. В любом случае следует избегать создания единых церквей на более или менее обширных русских землях. В наших же интересах, чтобы в каждой деревне была своя собственная секта со своими представлениями о Боге. Даже если таким образом жители отдельных деревень станут, подобно неграм или индейцам, приверженцами магических культур, мы это можем только приветствовать, поскольку тем самым разъединяющие тенденции в русском пространстве еще более усилятся. Конец цитаты. Планы Гитлера на нынешней территории СНГ внедряются так тщательно, что уже не поймешь, то ли нынешние оккупанты спать ложатся с томиком Гитлера в руках, то ли Гитлер в свое время усердно изучил творческое наследие еврейских расистов. Однако, так сказать, продвинутые читатели могут мне сказать, что нынешнее положение в России не похоже на гитлеровский план оккупации Советского Союза по двум причинам. Во-первых, мы бы не смогли при немцах в средствах массовой информации, в кино и по телевидению любоваться на представителей самой талантливой нации в мире, поскольку Гитлер к этой нации относился не так, чтобы уж очень. И мы бы вынуждены были смотреть на всяких там русских или татарских артистов и журналистов. Не надо паники. Все было бы как теперь. Дело в том, что Гитлер хотел исключить общение этой самой талантливой нации только с немцами. А общение представителей этой самой талантливой нации с туземцами Гитлер считал необходимым. 22 июля 1942 года Гитлер высказался вот по какому вопросу. Цитирую Пикера. Шеф в связи с этим заметил, что совсем недавно в одном из трактатов он встретил предложение запретить распространение и потребление противозачаточных средств
на занятых нашими войсками восточных землях. И если какой-нибудь идиот действительно вздумает осуществить нечто подобное на практике, он самолично расстреляет его. Нужно не только разрешить неограниченную торговлю ими, но и всячески поощрять ее, ибо мы ни в малейшей степени не заинтересованы в росте численности местного населения. Но, пожалуй, придется прибегнуть к помощи евреев, чтобы формировать развитие событий в этом направлении. Конец цитаты. Так что, как видите, в особо подлых вопросах даже Гитлер собирался опираться на еврейских расистов. А это значит, что и при немецкой оккупации все было бы, как и сейчас. То есть, те же самые таланты убеждали бы туземцев, что немцы – это демократическая и очень цивилизованная нация, до которой тоталитарным и ленивым русским очень далеко. Те же самые таланты убеждали бы туземцев, что русских партизан надо вешать. Те же самые таланты учили бы туземцев, как правильно говорить по-русски. И те же самые таланты хохмили бы, хохмили и хохмили, издеваясь в своих шуточках над туземцами и заставляя наиболее их тупую часть закатываться в хохоте. Так что не надо бояться. И при Гитлере мы бы никуда не делись от этих Познеров, Сванидзе, Жванецких и прочих горенных с Карцевыми. Начитанные зрители могут назвать еще одну причину непохожести нынешней ситуации в СНГ на гитлеровскую оккупацию. Это исключительная подлость и продажность нынешнего государственного аппарата всех, так сказать, суверенных государств на территории бывшего Советского Союза, исключая разве что Белоруссию. А немцы, скажут мне, всегда отличались честностью своих чиновников, и особенно при Гитлере, при котором расстреляли даже коменданта концлагеря Бухенвальд за получение взяток от заключенных. Я же отвечу, что это только одна сторона вопроса. Да, Гитлер хотел, чтобы все немцы были честными. Но к туземному государственному аппарату оккупированных немцами стран это не относилось. Здесь все было наоборот. С самого начала планировалось, что оккупированными странами будут управлять взяточники и мерзавцы из туземцев. Еще за 2 года до нападения на СССР министр пропаганды гитлеровской Германии и ближайший сподвижник Гитлера Геббельс 10 октября 1939 года, вернувшись после встречи с Гитлером, записал в своем дневнике всего одну строчку. Цитирую, «поощрять слабость и коррупцию. Так лучше всего управлять покоренными народами». Конец цитаты. Согласитесь, ведь это логично. Честные и преданные своему народу чиновники поднимут народ на освободительную борьбу. Поэтому первое, что требуется сделать в оккупированной стране, это укомплектовать государственный аппарат разными там Ельцинами. К примеру, сегодня в России, наверное, самая подлая часть государственного аппарата – это судьи. В конце ноября 2004 года в Москве состоялся их съезд, а накануне была опубликована кое-какая статистика. Выяснилось, что на 20 тысяч российских судей в год подается 19 тысяч жалоб на судейские беззакония и беспредел. То есть, весь судейский аппарат России просто сгнил. На этом съезде выступил президент Путин. И что же сделал президент? Распорядился каждого второго судью посадить, а остальных выгнать? Нет. Путин сделал то, что даже многоповидавших журналистов НТВ удивило. Он повысил судьям оклады. На первом этапе в 2, может быть, в 3 раза. В ближайшем будущем увеличение еще настолько же. Стоит ли говорить, что это заявление Путина было встречено с энтузиазмом? А что Путин мог поделать? Сказал же Геббельс,
что в оккупированных странах нужно поощрять слабость и коррупцию. Значит, надо поощрять. Торопись, тощий гриф над страною кружит, лес обитель твою по весне навести. Слышишь, гулко земля под ногами дрожит, видишь, плотный туман над полями лежит. Это росы вскипают от ненависти. Ненависть в очках набухших томится. Ненависть! Подытожим вкратце. Для того, чтобы паразитировать на каком-либо обществе, для того, чтобы сделать какой-либо народ своим рабом, нужно внушить наиболее глупым его представителям, что главная ценность человека, главное его право, это право на личную свободу. А потом запустить этих умственных дегенератов в средства массовой информации, и они убедят неустойчивую массу остальных в том, что родине служат только дураки, что человек рожден свободным и так далее и тому подобное. Народ распадется на отдельные организмы, и тогда его можно брать голыми руками. Россия и остальные страны СНГ находятся сегодня именно в таком состоянии, и благодарить за него они должны свою интеллигенцию. Сегодняшнее состояние России полностью соответствует тому режиму оккупации, который хотел установить для России Гитлер. Единственное, он хотел сократить население не в 20 раз, а всего в 4, и зарплата русских должна была отличаться от зарплаты немцев не в 50 раз, а всего в 20. Но это потому, что немцы собирались жить здесь 1000 лет, а не просто ограбить Россию и удрать на историческую родину. Кроме того, Гитлер собирался хоть раз в жизни показать каждому русскому Берлин, а нынешние оккупанты даже не обещают свозить в Вашингтон или в Тель-Авив. Гитлер совершил ошибку. Он полагал, что сталинские советские люди такие же, как и мы, то есть трусливые недоумки, и что завоевать их будет просто. Но он ошибся. Сталин создал из наших предков общество умных и мужественных людей, и они показали и немцам, и всем остальным европейцам, что это они, советские люди, и есть сверхчеловеки. Ну и что, скажут мне нынешние свободолюбцы. А вот если бы наши предки сдались немцам, то жили бы такими же свободными, как и мы. Возможно. Но не забывайте, что вы, нынешние свободолюбцы, уже бы не жили. Гитлеру нужны были туземные работяги, и сокращать население России Гитлер начал бы с вас, с тупых и бесполезных болтунов. У меня есть хороший совет для олигархов, президентов, депутатов и прочих мэров с губернаторами. Хорошие советы никогда не исполняются, но это же не значит, что их не нужно давать. В Москве, в небольшом скверике, демократы выставили изуродованный памятник Сталину, выставили, чтобы поиздеваться. Вот вам, власть имущие, нужно в этот скверик регулярно приезжать и целовать этот памятник, как бы это... поделикатнее сказать, фалду. Ведь если бы Сталин не отстоял от немецкого грабежа Советский Союз, то что бы вы сегодня воровали? Есть еще пара вопросов, которые следует рассмотреть, прежде чем начать рассказ, собственно, о Сталине. Но о них в следующей серии. Погляди, что за рыжие пятна в реке. Зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке, и отчаяние бьется, как птица в виске, и заходится сердце от ненависти. Ненависть юным уродует лица. Ненависть просится из берегов. Ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из плена вести. Ни слепая, ни черная ненависть в нас. С
Свежий ветер нам высушит слезы у глаз справедливой и подлинной ненависти. Ненависть пей, переполнена чаша, ненависть требует выхода, ждет. Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Этот фильм сделан по заказу армии воли народа, и я хочу сказать пару слов о ней. Армия в настоящее время формируется из добровольцев до численности в 50 тысяч человек. Сформировавшись, бойцы соберут 2 миллиона подписей, необходимых для проведения референдума, и мы поставим на утверждение всем народам закон. По этому закону на каждых очередных выборах каждый избиратель вынесет свой личный приговор тому президенту и тем депутатам Госдумы, которые закончили свои полномочия. Если большинство избирателей сочтет, что власть достойна поощрения, то сменившиеся президент и депутаты будут поощрены. Но если же большинство избирателей сочтет, что власть достойна наказания, то сменившиеся президент и все до одного депутаты Госдумы сядут в тюрьму на срок, который они находились у власти. Ведь все, что у нас творится, и хорошее, и плохое, творится либо Госдумой и президентом, либо с их согласия. Почему творится плохое? Потому что депутаты Госдумы и президент никак не отвечают за последствия своего правления. А почему не отвечают? Почему мы отвечаем деньгами и свободой не только за преступления на своей работе, но и просто за плохую работу, а они нет? Мы их избираем, за наш счет они живут, а потом нашим же салом до нас посусало. Но не дураки ли мы, оставляя власть безнаказанной? Этот закон не месть, а простой и конкретный способ не допустить к власти безответственных мерзавцев, которые уже развалили и уничтожили Советский Союз, а теперь разваливают и уничтожают Россию. Возникает вопрос, если мы всего-навсего законным путем хотим провести референдум, то почему мы армия, а не партия? Во-первых, мы сами во власть не идем. Наша задача – дать реальную власть нашему народу, дать власть каждому гражданину России вне зависимости от его политических убеждений. Во-вторых, у нас есть основания полагать, что нынешняя власть упивается своей безнаказанностью и силой воспрепятствует народу выразить свою волю на этом референдуме. Тогда мы не пожалеем ни своей, ни тем более поганой крови тех, кто будет мешать. Поэтому мы армия воли народа.